Nice open ya. Kan bah. Ini nih kila. Сейчас Лай рассказывает то, что пообещала детворе, если они будут сегодня помогать. Он там у нас сажают рис, и они вовсю помогают сажать рис, то она им мороженое даст. Они попросили шоколадное. Говорит, а чоколад? Говорит, можно? Лай говорит, можно. А пока у нас завтрак, опять сухое, это драй, как это, сушеное. А нет, это обычное мяско. Ты куда пошел? Я лечусь. Котиком. Happy Energy, да. Сейчас возьму себя в руки и пойду снимать вам рис, как сажают. Мы вот 5 минут назад похоронили птица. Ну или 10. Да. Пла. Еще говорит, у меня моська красная. От слез. Ну, красная, да. А, ну, у меня котики лечат. И за очками не видно. Нос только вон красный. Ну ничего, сейчас пройдет. Мы с малышом кушаем. Сидит такой со мной. Че не сидишь? Ты ж сидел. Шай камера. Стесняшка камера. Завтрак с котейкой. Рис макается в соус из перца и чеснока. Кусочек мяска. И норм. И наелись. Что потом? Хорошо. Лай там подпиливает мне контент, снимает теток и готовит, как это называется, кофе, да? Лаосский кофе. Покажи мне, пожалуйста. Для всех, кто там... Ульен. Ульен это называется. Это прям настоящий кофе, да? Это, говорит, кофе уже с чем-то там, сахар, еще что-то. Пахнет, говорит. Это прям какие-то зерна кофе. Говорит, но сахар там точно уже есть. Слушайте, ну пахнет прям хорошим кофе каким-то. Ну, таким. Говорит, надо 500 грамм на 5 литров. Enough. Халой грамм. Хасип. Ну, дуем тогда обману. Ну, у нас там чуть больше 5 литров, почти 6. Ну, или 5,5. Ну, короче, вот на 5,5 у нас будет 550 грамм. Кастрюлька стоит с водичкой. Ну да, где-то 5 литров. Надо закипятить сначала воду, потом выключить воду. Насыпать туда кофе, помешать и на 10 минут оставить настаиваться под крышкой. Потому что если варить кофе, то есть не выключить огонь, то кофе будет кислить. В Ютубе так говорят.
Говорит, мой лучший учитель. Это YouTube. Все говорит, что надо, можно найти в интернете и там научиться. Мы с этим, в этом плане Лай вообще молодец. Осваивает программы там какие-то по Ютубу, еще что-то, короче. Лоси, найти нормальных там учителей, либо спросить не у кого, поэтому Ютубчик в помощь. Она у меня продвинутый пользователь. Слушайте, там жжёный сахар. Там не обычный сахар, а такое ощущение, как будто его прям пожгли. Не, на вкус не прям не кофе. То есть такое ощущение, что там какое-то растворимое кофе. И очень жареное, обычное кофе. Потому что обычное кофе прям как зерна. И какой-то зажаренный сахар. То есть сахар какой-то нам прям... И сколько такой пакет стоит? Ну, недорого же, да? Ну, вот это вот лаосское кофе, лаосская вкусняшка, стоит не очень дорого. Мы потом спросим, сколько, и я подпишу, чтобы знали. Но надо обязательно правильно его варить, если просто завариваешь... Как завариваешь, как у нас привыкли, то будет невкусно. А, вот это кофе вообще продается везде у нас, на каждом углу, но не так, как она сейчас варит, а есть такие фильтры, и они их в фильтрах продают. Кто был в Лаосе, тот видел, знает. То есть они... Его тоже не варят, они его заваривают. Это именно вот такой кофе, это необычный кофе, это вот этот вот лаосский кофе, который сначала очень долго вместе с сахаром выжаривают, а потом мельчат и вот так продают. И проливают, покажи, как проливают. Кофе сначала туда насыпают, берут кипяток и туда. И в стакане оставляют, чтобы настоялось. Угу. Ну, выжимают и все, и короче, и пейте. Да. А, ну и понятное дело, что туда и сахар добавляют, и сгущенку, и молоко, и все остальное. Сверчки эти, да? Ага. Слышите, какой у нас звук? Это все из одного жучка. Че, дикнай? Вода закипела, Лай выключила воду. И на 10 минут, чтобы настаивалось.
разносит воду. Ну или что-то, какой-то напиток. С утра приходил, взял бутылки у нас пустые из-под воды. Что, все, что ли, Мин? Батарейк был у меня. Пришли, говорит, мы за фруктами. И убежали. Что-то там пару штук взяла и убежала. Говорит, не знаю, почему такие бабл-бабл. Пузырики, пузырики. Как будто жидкость для мытья посуды. Но ничего, я сейчас буду это все пробовать. Сейчас она это все процедит. И я на манер с вьетнамским кофе намешаюсь я со сгущеночкой. Ну, на самом деле, это прям лау-лау кофе. Но я не буду класть много-много сахара. Они прям кладут так сахара, что вырви глаз, короче. Очень-очень-очень сладко. Чё помогать? Вот эта вот сгущенка. Единственная, которая продается в деревне, говёная, конечно, сгущенка. А у нас нету своей сгущенки? Я вчера, по-моему, пацанам отдала позавчера. Костику. Да я что-то купили сгущенку. А это молоко. Не сладкое. Да что же брай-бай, да, поперед? Что, это dry milk delivery? У нас там есть сухое просто молоко. Может, я кастрюлю прям переверну? Ну, понятно. Не поместилось сюда, я кастрюлку переливаю прям так. Это, говорит, для сахара у нас останется. Я хочу сначала вот это сюда налить. Кофе очень-очень крепкий получился. Лай готовит мне лаосский кофе, как мне нравится. Вот там будет сейчас много сгущенки. Больше лей. Еще лей. Еще лей, амьяк. Амьяк different. Ну, амбаит, нажми вроде бак, сейчас я посмотрю. Окей. Вот так у меня тут сгущенки будет. И I think so. Сэм-сэм. Иг. Или кофе тоже хуанг. Иг. Сейчас я возьму. У меня сегодня лаосский кофе. Пойду себе возьму ложечку, потому что мне нравится это все вот так вот ложечкой со сгущеночкой. И получился как вьетнамский прям кофе. Кофе вьетнамский, он тоже такой ух. Так что вот вам рецепт, как варят лаосский кофе. Это 300 грамм сахара туда пошло. Я же говорю, они любят послаще. Мне главное отлили. Ну, у меня там сгущенки столько. Может быть, я вот это совсем открою? Open DD.
Давай. Да? Ладно, я пока попробую свой кофе. Вот это прям его со сгущеночкой можно вычерпнуть. Ой, не видно ничего. Со сгущеночкой. Очень такой специфический вкус. Это босом. Босом. Прикольно. Стронг. Прям очень такое крепкое-крепкое. Сахар растворился. Туда еще банку сгущенки. Сейчас я молока с этого сухого принесу. Да, с ресторана мы покупаем, не помню, на чем мне надо, на колбасу, по-моему, я добавляла. На мороженое, да, я тут практикую с мороженым. И фасуем по меньшей упаковке просто в вакууме, так удобнее хранить большие упаковки. И такого молока еще туда. В деревнях обычное молоко не продается, продается только вот в таких банках. Но оно вкуснее, оно такое насыщеннее, как сливки. Пять литров кофею. Они это все со льдом пьют, то есть полный стакан льда, и туда добавляется, и будет как холодный кофе. Позвали Мали попробовать кофе, насколько сладкий, потому что мы не знаем, как должно быть для них. Попробовала, говорит, мало сахара. Лео, лай, people дай кинбу, оба понят. Ну окей, каким же. Сахара мне не жалко, но просто, ну да. А я пойду помою газовую плиточку, которую облила кофе. Убираться нам, как в игрушки играем такие, раз. Что-то тут намастерили, напачкали, прибрались. Ну и нырку. Она с пепсиколкой. Говорит, вчера бабушка покупала. Вкусно. А ребенка, говорит, нормально сахар. Ну, Лай уже наложила туда.
Ребенок пьет кофе, говорит, что очень вкусно. Лай говорит, ну что, продавать пойдешь? Лай будет готовить, а ты продавать, да? Говорит, если не хочешь. Если не кончится, можно будет. Еще? Игба? Айва. Айва. Кофе сделали? Решили полетать на дроне. Лай говорит, может, мне панамка нужна. Принести тебе? Бопиньян. А теперь one up. Вот лифт. Ап. Ага. Да, this. Ну все. Лая у нас. Куда пошла? Not that seat in here. I'm not here. Окей. Up more orange, нет? Yeah, mistake. Пока Лай там летает на дроне. Я потом, чтобы в дрон вставить вместо музыки, как они этот рис сажают, пойду записывать звуки. Thank you.
Лай летает с дроном и снимает меня. Мани. Меня спрашивали, не засосет ли в эту трясину, не засасывало ли кого-то. Короче, я иду там, а там внизу, наверное, все-таки камни. Потому что глина доходит до щиколотки, а потом камни. Так развязывают, на руку все кладут и по несколько ресинок втыкивают в землю. При том, как меня в прошлый раз учили, обязательно нужно большим пальцем туда эту ресинку запихнуть в землю, в глину. Чтобы понимали, что там, там вот так. Вот так там. По щиколотку там вот грязь. Kép cao, kép nó gì mẹ. U ra mà.
Погуляла, поснимала. Будем считать, приобщилась к местному труду и посадке риса. Мой киберлёленька, мой красивый, мой хороший, мой любимый. Дрон спускается. Сегодня вообще не очень благоприятный день сажать рис, потому что очень жарко. Лая уже убежала, оставила мне свой чепчик. Вот такой красивый чепчик, чтобы мне головку не напекло. А сама убежала и говорит, не могу, не могу, не могу, больше жарко. Так что полетали, поснимали поля, как сажают рис сверху и как это все выглядит. Сейчас спустится, перекину и все вам покажу. Так что рис — это трудоемкая работа. Большого количества людей, и все это надо успеть, иначе там, короче, всякие дождь, не дождь, все может повредить, помешать, ну и так далее, и тому подобное. Но... Чё, ну? Короче, все хорошо. Лёху жалко, а так все хорошо. Ну, он сам выбрал быть свободным. Поэтому пусть ему там будет хорошо. Дрончик, ты где? Где мой киберлёлик? Киберлёлик? 140 метров у киберлёлика. Ждем, ждем. Где там киберлёлик? Вам видно? Жужжит уже. А, вон она. Киберлёленька моя, пойду сажать.
тут дрон собираю, ко мне вон два хелпера пришли. Чё такое? Кто пришел? Помощники? Два маленьких помощника?11:30, время обеда, все выходят из воды и чешут вон туда, в сторону родителей. Когда нас нету, они тут изволят кушать, но когда мы здесь, никому сюда входу нет. Ну и мы там удобно. Вай говорит, что когда сама помогала, все, говорит, что хотела, чтобы побыстрее уже можно было подняться наверх. Побыстрее был бы обед. Так что долгожданное время у народца. Обед.